Всем привет, с вами Лев, и сегодня мы продолжим играть в Minecraft, это Hypixel. Сегодня поиграем в мини-игру Farm Hunt, и это у нас как бы, ну, прятки такие вот с животными. Я сейчас не знаю, кем я буду. А, я буду животным. А, нет, охотником. Хорошо. То есть я буду охотиться на животных, как бы за игроками в виде животных. Да, в принципе, давно я в него не играл, да и вообще его никогда не записывал. Ну и просто давно не играл. Так, я буду выпущен уже через 5 секунд, да и не только я, вот другие еще охотники тут есть, как бы в огне они тут тусуются. Странная команда, но, в принципе, ладно, это не важно. Это не важно, потому что я тут сам буду всех искать, а никто искать не будет. Ладно, шучу. Хорошо, мы идем дальше, у нас тут как бы пляжная такая вот карта. Как всегда, там кто-то на крыше тусуется. Я, если что, вообще сегодня очень много играл на этой карте, поэтому... Знаю. Ой-ой, блин, я в сторону не успел отойти. Не успел немножко. Ну ладно, я настырный человек, я буду тут... А, говно свое оставил и все, ушел. Так. Так, здесь кто-то в меня стрелял. О, собака. Есть. Я на самом деле подумал, что это вот эта собака меня стреляла. Ну ладно. Это я уже увидел. Опять там кто-то на крыше. Вот этот петушок. Я в него каким-то образом даже попал. Неплохо, неплохо. Хитро. Он, наверное, вот здесь где-то тусовался и ждал, когда я уйду. И не палился особо. Есть. Вали. Есть. Блин, говно свое оставил. Давай, ее. Минус один. Точнее, минус два уже. Хорошо, на крыше вроде никого нету, только искатель наш. Ну, не искатель, а охотник. Я просто играл еще в один режим. Там именно искатели назывались, а не охотниками. Некоторые игроки. Вот здесь на корабле многие тусуются. Но сейчас что-то всем на этот корабль все равно. Всем пофигу, ладно. Никто что-то сюда не прибежал. Поэтому будем где-то здесь бегать. Но надо в любом случае не забывать. Ну я, кстати, неплохо так нахожу игроков, хотя здесь на самом деле они сами как бы начинают провоцировать тебя за ними бежать, потому что они бегают, они не на месте стоят как-то. Вот смотрите, овца бежит. Она же могла, ну как бы, я очень сомневаюсь в том, что эта овца на месте стояла, ее тронули и она побежала. Скорее всего, она сама бегала, и, ну или ходила, ее спалили. Так, кто-то за кем-то бежит. Пятеро, блин, за одной курицей. Это так глупо выглядит вообще и странно. И за мной тоже так бегают, кстати. Реально тут по пятеро человек просто за одной курицей бегают. То есть я все понимаю, но мне кажется, то, что тут один-два человека спокойно просто поймают кого-нибудь. Кстати, вот здесь можно спрятаться спокойно животным. Поэтому здесь надо всех, наверное, поудаять. Но хотя они все выглядят такие... Нормально все выглядят. Неподозрительно. Здесь, наверное, вообще никого нету. А, это просто... Это я их просто взорвал. Опа! Вали! Есть! Это уже четвертый килл. Я же убил. Я добил. То есть, как бы, все равно я убил, поэтому... Поэтому, да. Ну, я прям много сегодня убиваю. Кстати, последний остался... последнее животное, но у нас одна минута. Одна минута, и поэтому надо сейчас что-то думать и что-то делать. Вот такой, кстати, ролик решил записать, то есть достаточно неожиданно. Я вообще режимы, что-то мини-режимы забил на них. Что-то перестал снимать, но вот сейчас решил записать. Так как еще немножко заболел, на самом деле немножко тяжело говорить. Вот опять сейчас стало, да? Поэтому как-то так, да. Поэтому решил что-нибудь легкое записать, да и заодно вспомнил то, что еще же режимы записывал давно. Последняя мини-игра... Именно, ну то есть Skywars был 3 месяца назад, там 4, но все равно фигня. Чё они там вдвоем тянут, я не понимаю. Так, ладно, идем дальше. Так, какая-то долгая катка, ну 100% животные не найдут за 10 секунд. Походу это все. Походу у нас тут кахулька игроков всяких. О боже мой, зачем я это в руке держу? Да. Окей, мы проигрываем, по идее. Так, животное я выбрал второй раз, по-моему, уже. Отлично, курица. Хорошо. А в чем проблема, собственно, остаться на месте? Или они здесь все спавнятся? Я вот это я не знаю, кстати. А, не, они в большом доме.
Точнее, это не дом, а это этот самый, как он называется-то, ангар какой-то или что-то такое. Ну, короче, ладно, ладно. Ангар для животных. В принципе, давайте начинать. Так, мы за курицу играем, в принципе, мы маленькое существо, поэтому не так уж и страшно. Давайте, кстати, за кота будем играть. Мне кажется, за него лучше всего. Хотя могу ошибаться. Вот там, видите, кто-то сверху бегает, играет. Ой-ой, здесь, конечно, опасно это делать. Где-нибудь вот здесь. Я просто вот так вот стою и смотрю. Я могу сразу сдохнуть, но я хотя бы попытаюсь. Так, можно, кстати, помочь? А я ничего. Я ничего. Это просто собака скулит, ничего такого. Мне кажется, меня здесь убьют. Я в самом центре. В эпицентре жопы. Осторожно. Ага, как говно навалилось. Ага, да блин. Пошел нахер. Ну и сразу, как обычно, по 5 человек на меня нападает. Окей, это уже привычка. Корова, убегай. Вали его! Да это, как всегда, пятеро на... Да это нечестно, это все. Это... Ну, в принципе, мы немножечко поиграли, ладно, за животного. Ничего страшного. Да. Я думаю, то, что такое разнообразие, это все-таки прикольное дело. Убиваем волка. Или волка. Волк, наверное, правильнее, да? Так, опа, опа. В тупике, в тупике. Окей. На самом деле, здесь животные очень жесткие. То есть, вот, смотрите, стреляет, стреляет. Я сейчас сзади подкрадусь и надеру жопу. Ага, надеру. На чуть-чуть. Есть. В смысле, я же убил? А, плюс 7. А, я типа помог убить. Действительно, блин, я последний удар сделал. Не надо мне это. Подстава долбанная. Ну ладно. Ладно, ладно, ничего страшного. Ничего страшного. Мы дальше охотимся. Этот оцелотик мне не сильно нравится. Но он нормальный вроде. Я думаю, мы сегодня 3 карточки сделаем. Не слишком много, не слишком мало. Может быть, я буду опять за охотником больше игры играть. Да. Может быть, вообще следующая игра будет тоже за охотника. Будет не очень хорошо. Ладно. Давайте, в принципе, к следующей игре. Итак, сейчас у нас последняя игра. И надо сделать так, чтобы хорошо получилось хотя бы продержаться долгое время. Я не хочу где-то в супер скрытном месте сидеть. Я хочу как-то, чтобы было интересно как-то бегать. Ну, то есть как-то осторожно, но чтобы и безопасно было. Потому что... А я прям на крыше, да? Здесь можно тусоваться как бы на месте. Как бы сюда не в первую минуту зайдут. Поэтому... Самое хорошее место, блин, сразу загнали, честное слово. Так, давайте я буду котом. Здесь очень много кошек. Ну, лучше где-нибудь вот здесь сидеть. Вот так вот на шифтике. На шифте. Так, будем немножечко подстреливать. О, наш бегает. Наша курица, увидите, еще одна. Они здесь прям на этом месте все ходят. Так, вижу охотника. Охотимся за охотником, блин. Ну, не охотимся, а убиваем охотника. Есть. О, еще корова стреляет у него. Да пошел ты. А! Сейчас опасное место. Надо подняться. Давай, давай. Валим, валим охотника. Давай, давай. Есть. Ой, 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 не-не-не-не-не-не-не-не. Ой, давай не будем, чувак. Давай не будем. Давай нормально. Я его вальнул четко. Просто жестко. А, нет, не вальнул, кстати. Вали, вали его. Корову насилуют! Нет! Ты что делаешь? Чмо! Ой, убегай! Пошел нахрен. Так, тот же игрок, его валим просто. Пацаны, валим просто его. Издеваемся над этим чуваком. Он... Ой,
там второй бежит. Нет, я с двумя точно это самое, не надо. С двумя я точно не справлюсь, нет уж. Так, за мной никто не бежит, это уже меня радует. А я корова, что ли? Теперь я лошадь. Блин, бежит на меня. О-о-о, ну мне точно здесь жопа. А пошел нахер. Здорово, ёпта. Мне все равно жопа. Чё мне бояться? Чё мне бояться? Так, кота, кота, кота. Оп-оп-оп, за кустик. Как из тюрьмы сбегаю какой-то. Я тебя выстрелю, я тебе отвечаю. Это самое, не рыпайся. Ать! Сразу отсюда уходим, потому что лишние эти проблемы не надо. А хотя давай, блин, надо было кошкой оставаться. Корова смотрит на другую корову. Идеально, я считаю. Это опасное место, но здесь, в принципе, ничего такого не будет. Блин, 40 секунд держаться. Я еще два человека. Это крутяк. Я могу выиграть. Это вообще круто будет, если я выиграю. Пошел нахер. Вы сговорились! Это командная работа, так нельзя делать. Ран. Пошли нахрен, я сдох, я красавчик, я просто молодец. Давайте попробуем еще одну игру сыграть. Я думаю, она все равно недолгая будет, я не буду особо прятаться. Но все-таки как дополнительная, почему бы и нет. Да. Хорошо. Следующее видео я запишу, наверное, по карте, кстати. По той, которую я начал сейчас проходить. Этот Микис Паркух. Паркух. Да, поэтому почему бы и нет. Так, мы животное, кстати. Вы не знали. Так, хорошо. Так, отлично. Курица. О, у меня палочка светится, нифига себе. Так. Fightful вообще идеальная, блин, штука. Даже все благодаря Fightful светится. Даже не только факел, понимаете? Можно же было просто факел только и лава какую-нибудь, чтобы светилась. А все вот эти палочки с тех же нефритов, все это светится. Это вообще круто. Я что-то коровой тут с коровой бегал, да? Глупо как-то. Так, ну давайте сразу жестко, чтобы было. Пошел нафиг. Так, так, так. А то, что я не взорвался, может быть, у меня это самое. У меня иммунитет от коронавируса, блин. Так, все, давай бежим. Так, куда-то не туда, ну пофигу. На, в рукопашку. Ну все, короче, меня, видимо, вальнули. Давайте, валите меня, пацаны. Давайте. Мне сону затягивать видео не очень хорошо. Ладно, ребят, в принципе, на этом все. Всем спасибо. Как говорится, подписывайтесь на канал, оцените видео. Пока. Увидимся в новом видео. Пока-пока. Удачи. Как говорится, да, все. Пока.